На территории Ханты-Мансийского автономного округа прошла акция «Безопасная игровая площадка своими руками». Белоярцы присоединились к акции. Виталий Гришин – многодетный отец. В Совете отцов состоит не так давно, но принимает активное участие в акциях и мероприятиях. Облагораживать детские площадки согласился, не задумываясь. Я многодетный отец, и приходится, конечно, с детьми гулять на площадке. Вот, в соответствии с тем, что мы гуляем, надо и совершать порядок, уборку, вот, чем мы сейчас и занимаемся. Кроме Совета отцов, свой вклад внесли старшеклассники, которые входят в детский общественный совет, а также активная молодежь Белоярского района. Дети откликнулись и с удовольствием, и вот красят площадку, убирают ее с отцами, с тем, чтобы их, может быть, младшие братья и сестры могли безопасно здесь находиться и комфортно себя ощущать. Замечательное мероприятие. Я так думаю, что в нашем городе много очень детских площадок, и есть тому место быть, чтобы привести их в порядок. Прекрасное времяпрепровождение в хорошей компании и за работой. Благодаря акции детские площадки стали выглядеть краше и ярче. Своими силами родители в лице пап смогли подарить своим детям радость. На обновленных площадках гораздо приятнее будет проводить время не только детям, но и родителям во время прогулки с малышами. Кермен Утаджиева, Анастасия Бокова, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский.